Сегодня у нас в гостях временно исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов, а также полномочный представитель этой республики в Москве. Трагическое событие, произошедшее 22 июня 2009 года, покушение на президента Республики Ингушетия Евкурова Юнусбека Бамангиреевича, является вызовом системе государственных и общественных отношений не только на Северном Кавказе, но и всей России. Теракт, направленный против главы республики, показал, что в планы преступников не входят те радикальные изменения, которые нами, командой Евкурова, проводятся последние полгода. Пока следствие не завершило свою работу, мы не можем определенно сказать, кто стоит за этим преступлением, но точно понятно, что это не есть люди, точнее, это люди или организации, которые далеки от интересов ингушского народа и в целом всей Российской Федерации. В Ингушетии надеются на выздоровление и скорейшее возвращение президента Евкурова, но независимо от сроков, ни одна из инициатив властей республики на этот период не будет заморожена. Все свои действия мы координируем с федеральными органами власти, которые в соответствии с указанием президента Российской Федерации оказывают нам помощь. Сегодня органы власти республики имеют все полномочия для сохранения мира и стабильности в Ингушетии. Но надо отметить, что проблемы, стоящие перед нами, они не возникли сиюминутно, они накапливались в течение долгого времени, и многие из них существовали уже к моменту восстановления Ингушской республики в 1992 году. На сегодняшний день вот, значительная часть этих проблем, вот, наиболее крупные, лежащие на поверхности, это нерешенность проблем ингушских беженцев из республики Северная Осетия Алания. Серьезные удары по экономике, которые были вызваны как раз таки наплывом беженцев из Чеченской республики в 1994-1995 годах и в 1999-2000. Все-таки надо сказать, что сегодня существующая система действий силовых структур, она не совсем эффективна, потому что материальные дивиденды они получают не по результатам эффективности действий своих и предотвращения преступлений, а за количество проведенных операций. Та же коррупция, о которой много говорится, также она возникла не сегодня и не вчера, и мы здесь не лидеры даже в Российской Федерации. Высокая безработица при большом проценте активного населения. Вот все эти проблемы стоят перед нами, но многие эти проблемы возникли не по нашей вине, но нам приходится отвлекать значительное количество ресурсов, которые мы могли бы направить именно на развитие, на экономическое и социальное развитие. Главная проблема и главная задача, которую мы для себя видим, это обеспечение безопасности народа республики, дать людям возможность спокойно работать, передвигаться, осуществлять свою деятельность. Должен отметить, что наши усилия, скоординированные с федеральным центром, уже дали положительный результат, и сегодня наша задача максимально эффективно использовать тот ресурс, который нам предоставлен президентом России, помощь, которая оказывается федеральными органами власти. И надо сказать, что самый главный ресурс, который у нас есть, это доверие народа, который после трагического события 22 июня однозначно поддержал законную власть. Доверие и сплоченность народа – это очень ценные ресурсы, их легко опустошить и очень тяжело завоевать обратно. К сожалению, приходится констатировать, что даже в такой чрезвычайной обстановке находятся отдельные товарищи, которые готовы раскачивать лодку и играть на тревоге широких народных масс, преследуя свои узкие меркантильные интересы. Но у нас достаточно сил, опыта, знаний, политической воли для того, чтобы пресечь эти попытки. И ингушский народ не беззащитен, и мы не позволим
использовать наше население для достижения каких-либо нечистых целей. Вчера проходила информация, что вы посещали госпиталь, где проходит лечение господин Евкуров. Что говорят врачи и каково состояние на сегодняшний день раненого президента? Спасибо. Действительно, вчера я встречался с врачами. Посетить президента не получилось, потому что его посещают только врачи. Ну, по информации врачей, прошло ровно 2 недели со дня теракта. Состояние президента улучшается, оно значительно лучше. Наблюдается серьезная положительная динамика, и по их словам, она несколько лучше даже, чем они предполагали. Где-то там недели через 2 ориентировочно они позволят уже общаться с ним. Там, ориентировочно вот так. Что касается выборов в органы местного самоуправления, они назначены на 11 октября. И через 3 месяца они у нас пройдут. Мы готовимся к ним, готовимся активно. Мы впервые проводим выборы в органы местного самоуправления. В общем-то, у нас и в Чеченской Республике только их нет. Появятся с 1 января, они будут осуществлять свою деятельность в полном объеме. Поскольку это происходит впервые, здесь, конечно же, мы очень тщательно, очень внимательно относимся к этим вопросам. С помощью федерального центра изучаем опыт соседних регионов, ну и необходимую нормативную базу там подготовили, продолжаем готовить. Выборы не будут отложены, они пройдут в намеченный срок. Я сам возглавляю Политсовет Единой России в республике, секретарь Политсовета с марта месяца этого года. То есть без каких-то предпосылок и необходимости переносить выборы нет. Что касается создания Чечено-Ингушской республики, что касается вопросов объединения Чечни и Ингушетии, этот вопрос вообще не имеет под собой никаких оснований. Я сам делал по этому поводу неоднократно. Неоднократно высказывался и Кадыров Рамзан Ахматович, президент Чеченской Республики. Такая позиция федерального центра существует. То есть никаких предпосылок для объединения нет. Более того, вообще вопрос объединение Ингушетии, то есть куда-то ее объединить, там, с кем-то, как-то, что-то. Вообще этот вопрос не может рассматриваться. Самостоятельность республики, она там, за нее мы очень дорого заплатили. Очень много об этом с мечтой о восстановлении республики ушли из жизни. Очень многие представители, лучшие даже представители нашего народа, и на сегодняшний день вообще самостоятельность Ингушетии не может быть вообще поводом для каких-то разговоров.